В Санкт-Петербургской православной духовной академии с 9 по 13 ноября проходила 8-я встреча совместной православно-католической рабочей группы имени святого Иринея Лионского. Она была создана в 2004 году в Падеборне, чтобы помочь развитию диалога между католиками и православными. В ее работе принимают участие теологи, представляющие различные богословские центры Европы и Америки. Россия представлена тремя участниками – архимандритом Кириллом Говоруном, протоиереем Владимиром Шмалием и доминиканским священником Иоакимфом Достивелем. Эта рабочая группа встретила каждый год в разных странах, чтобы обсудить самые сложные вопросы, которые существуют между нашими церквами. Нынешняя встреча была посвящена обсуждению понимания догмата безошибочности Папы, принятого Первым Ватиканским собором, и реакции на него со стороны православных церквей. Помимо богословских бесед, участники рабочей группы познакомились с Санкт-Петербургской православной духовной академией, а также посетили католическую высшую духовную семинарию Марии Царицы Апостолов. Что касается практического результата встречи православно-католической группы имени святого Иринея Лионского, то никто из ее участников не ждет моментальных результатов. Мы стараемся более дифференцированно подходить к истории, чтобы лучше понимать друг друга. Это важно в рамках православно-католического диалога, и в связи с этим мы надеемся на какое-то практическое применение этой встречи. Завершилась встреча 13 ноября, когда все католические участники группы во главе с епископом Магдебургским Герхардом Фрайге отслужили мессу в католическом храме Святой Екатерины на Невском проспекте.